Всем привет! Сегодня я покажу вам, как заточить нож от мясорубки. На самом деле видео на эту тему очень много. Кто-то показывает правильно, кто-то показывает неправильно. Тем не менее, я хочу поделиться с вами тем, как это делаю я, а также покажу очень важный секрет, о котором никто не знает. Потребуется, разумеется, наждачная бумага не очень большой зернистости и больше ничего. В большинстве видео советуют под наждачную бумагу подкладывать какой-либо очень ровный материал, зеркало, стекло и так далее. Я же предлагаю этого не делать. Секрет и правило, которым я хочу поделиться, заключается в следующем. Перемещаем нож восьмеркой. Выполнили упражнение, допустим, раз 10. Затем повернули нож градусов на 90. И снова восьмеркой. Снова повернули. Снова повернули. Благодаря такому способу полностью исключается вероятность завала углов по краям. Точно таким же способом выравниваем поверхность и на сетке. Также очень важный момент, о котором мало кто упоминает. Очень важно, чтобы шнек не имел люфтов в самом корпусе. Очень часто при выработке этот самый люфт появляется и появляется довольно значительным. Для того, чтобы от этого избавиться, достаточно вырезать и установить вот на вот это место шайбу. Вырезать ее можно, допустим, из пластиковой бутылки. В моем случае этого люфта нет, и в нем необходимости, в шайбе необходимости также нет. Дорогие друзья и коллеги, напоминаю, что наше сообщество продолжает собирать деньги для помощи животным, пострадавшим от войны. Призываю вас скинуться, давайте сделаем доброе дело вместе. Каждый 10-20 гривен – это огромнейшая польза. Спасибо заранее. Но посран.